Ой, как хорошо сидим и играем в правду или действие. Миднайт, твоя очередь задавать. Да, Сильвер, я уже знаю, кого спрошу. Итак, Спайси, правда или действие? Конечно же действие, да пожестче. Дай самое жесткое действие, которое твоя голова может придумать. Я хочу испытать себя. Я даже не знаю, Спайси. Не то чтобы я сомневался в тебе. Ни в коем случае, ты лучшая. Но все же, пожалуйста, будь осторожна. Не хотелось бы, чтобы ты поранилась. В этом и фишка, Флауэр. Испытания на то и даны, чтобы их проходить. И я не намерена упасть мордой в грязь. Я очень рад твоему энтузиазму. Пожестче, значит. Раз Спайси у нас поняшка с нетрадиционной ориентацией, для нее это будет идеально трудное действие. И она должна поцеловать его. Что? Какого черта? Ну а что? В тему же! Я как раз об этой мелодии подумал, чувак. Извини, Спайси, но ты сама попросила жестче. Это единственное, что я смог придумать. Я могу поменять, если хочешь. Я не раз преследовала плохих парней и дралась с ними вплотную, надирая их наглые преступные задницы. Бывало и хуже. Так что поцеловать Флауэра мне не составит особого труда. А может, не... Ну, Миднайт, собака, ты еще поплатишься за это. Я не думал, что она это выполнит! Вау! Откроешь рот и проболтаешься об этом, и я сделаю так, что очки твоим глазам больше не помогут, поверь мне. А теперь извините, надо из кое-кого сделать вкусную пегасью котлету. Сковородка мне в помощь. Пощади! Иди сюда, сукин сын! Я тебя придушу нафиг! Нормально так. Они, значит, догонялки. А бедного Флауэра на полу бросили. Ну ничего, твой хороший друг Сильвер тебя не оставит. Идем в твистер поиграем. Что? Вы ожидали высококачественную анимацию и глубокий интересный сюжет? В таком случае, идите! А? Я же сказала, идите пожуйте яблоко. Оно очень вкусное.